Несмотря на госпитализацию Аллы Пугачевой, ее дочь и бывший муж посетили фотовыставку Гали Юдашкиной. Единственная наследница знаменитого дизайнера создала экспозицию в стиле ню. Некоторые считают, что природа расслабляется на детях талантливых людей. На собственном примере это опровергает дочь Валентина Юдашкина Галина. В свое 20-летие она презентует первую фотовыставку. На создание фотографий девушку вдохновили вовсе не достопримечательности Нью-Йорка, а голые женщины. Идея возникла совершенно неожиданно, поэтому и само название, я не знаю почему. Для такой молодой девушки, по-моему, так для меня так очень эротично, на самом деле. Стильно. Жалко, лица не видно, но стильно. Обнаженные девушки всегда мне нравились, поэтому мне тут хорошо. Я в шоке. Какие-то работы я хочу повесить в Доме моды, это точно. Это он первый критик для меня и самый строгий. Мы уже все так осмелели. Осмелевшие гости после просмотра таких фотографий утверждают, что папа именинница к организации этого мероприятия свои умелые портные ручки не прикладывал. Работа целиком Гали, я знаю это 100% не понаслышке. Она такая очень, ух, со стержнем. Маленькая, но со стержнем. Да, он сегодня гость, как и все вы. Папа пришел первый раз на выставку, как обычные зрители. Видимо, известным родителям скоро все чаще придется появляться на мероприятиях лишь в качестве гостей. А кто станет следующим звездным ребенком, вырвавшимся из золотого гнезда в шоу-биз, увидим в новом году. Юлия Бабурина, Максим Власов, Муз-ТВ.